Куба намерена нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Ставку сделают на машиностроение. МАЗ БелАЗ МТЗ уже присутствует на латиноамериканском рынке и регулярно участвует в выставке в Гаване для поиска новых партнеров. Следующий шаг – кооперации, создание совместных предприятий. Это стало основой темы встречи руководителей наших промышленных флагманов с вице-президентством правительства Кубы. За счет чего еще можно нарастить товарооборот, стороны обсудят во время визита в Беларусь кубинского лидера. Он прибудет в Минск уже сегодня. Вот я вижу то, что может сработать в самое ближайшее время, и может быть даже и в рамках этого визита, и этой встречи. Это как раз сотрудничество в области логистики. Вот здесь у нас, вы знаете, бурно развивается, у нас есть крупные игроки, в том числе негосударственные формы собственности, и есть Куба как партнер для того, чтобы использовать кубинские возможности, транспортные, портовые, для того, чтобы работать на рынках Латинской Америки. Вблизи одного из наших портов создана особая экономическая зона. На всей Кубе работает закон об инвестициях. Нам важно активное участие иностранного капитала в развитии нашей экономики, причем на взаимовыгодной основе. Ждем и белорусский бизнес. В двусторонних торговых отношениях у нас положительное сальдо. Импорт из Кубы составляет прежде всего сельскохозяйственная продукция.